Всем привет! Вот мы проезжаем Камышово шоссе, вот сейчас как раз место, где осталось четвертую полосу сделать. Это мы движемся от Огурца. Для тех, кто не в курсе, Огурец — это народное название развязки на 5-м километре. Из-за ее вытянутой такой овальной формы, то есть кольцо овальной формы, короче говоря. Вот мимо мусоросжигательного завода едем, здесь 4 полосы, но правая полоса наша пока закрыта, ну, временно здесь вот идет бетонирование. Тут, видимо, ливневки, ну, какие-то коммуникации. Вот там экскаваторы наверху работают. В общем, ведут земляные работы, уже такие более финишные. Вот приближаемся кольцо с пересечения с улицы Индустриальная. Вот здесь вот продолжается, во-первых, что мы видим, это устанавливаются фундаменты опорно-наружного освещения, и вокруг идут работы различные, и связанные и с благоустройством, с устройством пешеходных дорожек, коммуникации. Вот тут вот опоры стоят наружного освещения. Здесь вот остановили движение, тут работает экскаватор-погрузчик. Раствор выгружает для установки бортового камня. Вот здесь справа устройство идет тротуара. Вот разворотная петля. Здесь тоже хранится те самые поддоны с бортовым камнем и опоры наружного освещения. Отсюда их берут и устанавливают по Камышовому шоссе. Здесь вот слева идет подготовка к установке опор. Там выведены все эти кабельные выводы для подключения светильников наружного освещения. А тут вот воткнули лежачего. Ну, везде на всех переходах здесь пока лежачие установлены. Искусственные неровности. Ну, связано с тем, что здесь все-таки ограничение 40, а дорога позволяет ехать, ну, гораздо быстрее. Еще не понял. А, это КамАЗ, наверное, учебный, военный, ё-моё. Надо было выпустить. Я сам так стою долго, жду, пока меня пустят на КамАЗе. Так, проехали строительный магазин, тоже один из наших ориентиров. Да, ограничение 40, поэтому мы едем здесь 60, максимально, не больше. Вот справа эти накопители, нефтеуловители, или как они там называются, да, нефтеуловители, по-моему. Видимо, будет заправка. В предыдущих обзорах, ну, было у меня видео, где я их подробно рассматривал, там на них были даже всякие бумажки с описанием. Некоторые кадры пытаются как-то, не знаю, по обочине, что ли, он пытается объехать. Типа ему не нравится ограничение, он хочет ехать 90 там или сколько. Ну, вроде сзади едет. Так, вот это поворот на ДРСУ, на базу Севавтодора, который является сейчас подрядчиком на строительстве Камышово шоссе. И, в общем-то, с приходом Севавтодора тут хоть сдвинулось все с мертвой точки. Уже обозначились какие-то реальные сроки завершения всего этого. Это ноябрь этого года. А, вот тут вот надо вообще медленно ехать.
потому что там за вот путепровод, на нем, кстати, видимо, установили наверху ограждение, перила. Ну и пока особо тут больше ничего не происходит, пролетов не видим, когда они будут, непонятно. Вот, вот тут где-то камера спрятана. Уже народ показывал фотографии с этой камеры, которые им приходят. Там половина кадра закрыта черным, то есть она за что-то спрятана. И отсюда ее не видно. Поэтому тут, ребята, кто тут ездит, не нарушайте, потому что камера спрятана, и мы ее не видим. А тут можно, в принципе, ускориться. Но опять же, в пределах разумного. Вот эта база, старая база, тут еще первый подрядчик начинал работу. На ней тоже лежат там всякие поры наружного освещения и разная всякая, короче, нужная, материалы и так далее. А мы приближаемся к Фиолентовскому кольцу. Здесь была заправка, но ее демонтировали. Пока что вот так это все стоит. Здесь ничего не делается. А вот это вот участок уже до улицы Шевченко, от Фиолентовского кольца до улицы Шевченко. Здесь я как-то вам показывал в одном из обзоров недавних. Короче, с тех пор тут ничего не изменилось. По крайней мере, в этом месте, вот где мы сейчас едем. Что-то впереди там непонятно. А, там работают. Ну, или, короче, стоит. Да, там севавтодоровский экскаватор-погрузчик стоит и что-то делает. Вот, мы... Вот, можете видеть, тут ЧПС по-прежнему также лежит, и пока здесь ничего не происходит такого. Они там подсыпают. Короче, они проложили коммуникацию поперек дороги, и сейчас он этим, я так понимаю, асфальтовым вот этим срезом, крошкой вот этой, ровняет яму, да. Все так и есть. Такой вот экспресс-обзор получился, ну, потому что особо ничего не изменилось, и поднимать коптер как-то ради этого не очень. Ну, проехать можно. Вот тут еще одна коммуникация проложена. Вот тут развязка с улицы Шевченко. Вот видите, что происходит сюда, вот в эту сторону. Из-за того, что там две полосы, а тут одна. Ну, мы уходим вправо. И на сегодня все у нас. Поэтому сейчас мы будем снимать там другие объекты. Скоро увидите. Так что пока вот так. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала, и всем пока.